сами видели, товарищ майор. Ну какой же это помком взвод, курган сапог найти не может. Вот он, сапог-то нашелся. И я его под кровать зашвырнула. Выказалась. Бойцы, кажется, передовой снимут ужасно до жизни жадные. А я нарушение устава никак терпеть не могу. Здравия желаю, товарищ майор. Пять суток. Не дается она без платка-то. Ладно, давай. Ты мне рапорт, я тебе выговор. И новых солдат. А потом опять все сначала, так что ли? А вышлите не пьющих. Не пьющих, а чтобы насчет женского полу. Явнухов, что ли? Начальству видней. Порядка в расположении навести не можешь. Бабы, бабы. Гражданское население мне не подчинено, сами говорили. А от них все зло. Товарищ майор, зашли бы в дом. Самоварчик не остыл еще. Нет, спасибо, надо ехать. Ладно, Васков, ладно. Слушай, помком взвода, вытряхивайся в распоряжении штаба. Есть. А тебе, Васков, я пришлю таких, которые от самогонки юбок, но своротят живее, чем ты. Может, останемся, товарищ майор? Поехали. Возвращайтесь с победой! Хорошие мужики, хорошие. Да и мы тоже виноваты. Коменданту наше почтение! Не поминайте лихо! Неаккуратно поступает начальство. Ох, неаккуратно. Три дня уж как объект без прикрытия. Да, погорячился майор. Задал себе задачку. Два отделения подходящих найти не могут. Тихо-то как стало. А все из-за вас. Выселить весь женский пол из прифронтовой полосы. Словки! Так ведь это как же? Обстирать вас и то. Приехали. Погружайся. Прибытие, товарищи бойцы. Зенитчики прибыли. С командиром прибыли? Не похоже, Федот Евграфович. Слава богу, власть делить хуже нету. Ребята, зенитчики приехали! Зенитчики! Становись! Прибыли! Прибыли! Так точно! Старшина, первое и второе отделение третьего взвода пятой роты отдельного зенитного батальона прибыли в ваше распоряжение для охраны объекта. Докладывает помком взвода Кирьянова. Так, нашли, значит, не пьющих. Принимай. Живее разгружайтесь. Живее, девчат. Нам еще обратно. Заноси. Да что-нибудь полегче. Кухню на берег. Ничего, не надорвешься. Ноги не держат. Зенитчики, между прочим, по хатам жили. Так то зенитчики, а мы зенитчицы. Подушку где? Держи. Извиняюсь. Мы вместе с тобой будем? Как звать? Внимай матрас. Бричкина. Лизавета. Откуда будешь? Вологодская. В колхозе, что ли, работала? Работала. А больше отцу помогала. Соображаешь. Давайте стол на место поставим. Значит так. Из расположения без моего слова ни ногой. Даже за ягодами нельзя. Ягод еще нету. А щавель собирать можно, товарищ старшина? Нам без приварка трудно, отощаем. Не дальше речки. Аккурат, в пойме прорву его. Это как понимать? Что, товарищ старшина? Катер разводящий. Благодарим за доверие. Вот это вот.
Развод караулов полагается по всей строгости делать. По уставу. А это насмешка полная. А устав? Устав для солдата? Это же... А у нас разрешение, товарищ старшина. От командующего лично для соблюдения секретности. Шли бы вы отсюда. Нам прибраться надо. Кстати, о помещении побеспокойтесь. Каком еще помещении? Кустов поблизости не наблюдается. Старайся, Федотий Евграфович. Гляди размером, не ошибись. Ты не очень труждайся. Ты ведь у нас теперь один остался. Вроде как на племя. По дворам ходить будешь, как пастух. Ты, Полина Егоровна, совесть пойми. Солдатка ты, али дамочка какая. Ну и веди соответственно. Евграфич, а баба, известное дело, щипком жива. Так что благодарность тебе от нас, от баб. Мария, у тебя самогонка есть? Пойдем пить чай, Рит. Отбой!
когда в помещение входите, товарищ старшина. Тут вам не хлеб, а казарма. Это что? Неужели не узнаете? Демаскирует, снять немедля. А есть приказ. Какой приказ? Соответствующий. В нем сказано, что военнослужащим женского пола разрешается сушить белье на всех фронтах именно в целях маскировки. Проверю. Если нет такого приказа, сам все посыпаю и сожгу. Кто это вам разрешит казенное имущество жечь? Имущество. Посмотрите, какой чувствительный старикан. Ладно вам. По местам! Быстро! Оружие не забывать! Бричкина! Каски! Четвертак! Живее, девчата, живей! Первый расчет направо! Второй расчет налево! Население в щели! По самолету! Над 12-м! Правый заряжен. Левый заряжен. Скорость 140. Есть скорость 140. 18. Есть 18. Короткими. Цель поймана. Огонь! Они сразу по двум бьют, дурехи. В один надо было целить, в один! Указывай! Девки воюют, а ты как дуракан в щель забился, герой! Ты туда иди, к ним! Чего сереть, баб, просто пырил? Помолчи! На войне у каждого свое место! Что, Лизавета? Ну как она? Скорость 140!
Уточни наводку. Короткими. Стреляй, Рита! Стреляй! Цель поймана. Огонь! Куда? Живьем возьмем. Вернись! Молодец, Осянин. Готов. Так у него парашют не раскрылся. А может, раненый? Чего? Озеро он там ему не слад. Брось, Рит. Не трать патроны, все равно не попадет. Второй болтается. Смотри, Васько спасать поплыл. Она сейчас возьмет. Интересно, в воду упадет или в лес? Стой! Попала. Ладно, брось переживать, все правильно. Нет, неправильно. Живыми надо было брать, живыми. Пошел ты! Сам знаешь, или дорогу указать. Сильно! Товарищ майор... Больно. Сам вижу. Чья работа? Младший сержант Осянина, лично. Не лично, а с отделением. Молодец, Осянина. Представим к награде. Не надо мне наград. Летчика взяли? В озеро они попадали. У одного парашют не раскрылся. Другой сам в руки шел, она по нему. Жалко. Вот и я говорю, что жалко. А зачем им понадобилось ваше расположение разведывать, а? Васков. У нас двое раненых. Раненых мы заберем. А я вам пополнение привез. Знакомьтесь. Можно вас на минутку? Привет новобранцам. Ух, красиво. Надолго? Как понравится. А спашки-то, гляди, фасонные. Один штабной командир, между прочим, женатый, завел себе, так сказать, подругу, что ли. Ну и при чем тут я? Да нет, вы не обижайтесь, вы послушайте. Ну, а член военного совета узнал об этом. Полковник того в оборот, а мне приказано подругу эту определить к делу. Понятно. Разрешите идти, товарищ майор? Где найдется, ты не волнуйся. Ступай. Да я не волнуюсь. У девушки Риты идет. Командир отделения Осянина. Боец Камелькова. Боец Гурвич. Ты зачем от награды отказалась? У меня свой личный счет имеется. Ишь ты! Какие мы самостоятельные. Не могу я понять некоторых. Меня, что ли? Ну, хоть бы тебя. Ага, доложили уже. Ну, давай, воспитывай. Сейчас будешь воспитывать или уж потом, после отбоя? У меня был муж Женя. Отбил кто-нибудь? А ты не жалуйся мне, я не пожалею. Не отбили, а убили 24 июня. Когда он, значит, в снегах-то там загибался. Жена его с полковым ветеринаром загуляла. Он мальчонку-то потом через суд вытребовал. И отправил мамаши. Объявляю на завтра по веренному мне гарнизону банный день.
Мыло у меня получите. Я потому сюда и попросилась. Поближе к нему и маме. Теперь и не одна. Завтра опять пойду. Счастливая ты. А у меня никого нет. Братишку, сестренку, маму. Всех из пулемета уложили. Обстрел был? Нет, расстрел. Семьи комсостава захватили под пулемет. Меня Истонка спрятала в доме напротив. Я все видела. Женя, а как же полковник? Как же ты могла, Женя? Могла вот. Майор Лужин прибыл в ваше распоряжение. С прибытием. Знакомьтесь, моя дочь Евгения. Двоих давай. Кому? Мне и Татьяне. Третья оставь себе. Спинку кто потрёт? Комендант. Нет, прав, девчат, а чем комендант не мужик? Надо его по жребию разыграть. Да ну, вроде по деревне пенёк замшел. Запасть 20 слов, да и ты из устава. Несерьёзно. Не скажи, хозяйка его очень даже им довольная. Неправда это. Влюбилась. Тюрилась. Наша бричка на девочке в душку военного втюрилась. Хотим, может, свадьбу сыграем. Стыдно! Ты б не все, что у баб узнаешь, нам пересказывала. Подумаешь, вдова героя, молчала бы сама. Я, между прочим, товарищ старший сержант, очень нервная, и терять мне нечего. Что ты сказала? Не надо ссориться, девочки. Давайте я вам стихи почитаю. Хотите? Ну чего ты, дурёшка? Не знаю я, Рита. Ничего я не знаю. Мы на кордоне совсем одни жили. Отец лесник был. Мне мама всегда говорила: ты верь, доченька, верь. Может, и придет она завтра, счастье-то не обойдет тебя стороной. Thank you.
завтра. Кто там? Я. Что, скучно? Скучно. Глупости не надо делать даже со скуки. Весне открытку прислал. Тебе надо учиться, Лиза. Приезжай в августе в город, устроив технику с общежитием. Это в прошлом, в 41-м году было. Ты верь, Лиза. Обязательно верь. Может, и верно, счастье-то рядом ходит. И придет оно к тебе завтра. Только обратной дороги к нему нет. Соня, почитай еще, а? Я вас любил. Любовь еще, быть может, в душе моей угасла не совсем. Но пусть она вас больше не тревожит. Я не хочу печалить вас ничем. Я вас любил безмолвно, безнадежно, то робостью, то ревностью томим. Я вас любил так искренно, так нежно, как дай вам Бог, любимый быть другим. Ну что ты? Что? Что с тобой? Хорошо, Осянина. Она и замужем успела побывать и родила. А я с 18 лет в этой шкуре, мне ведь тоже. Не надо.
разрешите обратиться? Чего тебе? Ну, вот. Откуда ты, Женя? Тоже свой личный счет имеется. Кому? Камельковой. Кому? Четвертак. Возьми, Рит. Не надо же. Возьми, возьми. Кому? Ёлкиной. Благодарю. Кому? Девочки, только не убивайте меня. Я вчера все слышала нечаянно. Кому? Мне. Я никому ничего не скажу. До самой смерти. Ну что, кажется, себя не забудь. Ладно. Вот здесь сахар-концентрат не остается. Сыграйте с Бали, девчата. Возьми, Рита. Отделение! Стой! Вольно, разойдись! Берите веники, Рита! За рыбкой, товарищ старшина! Не купаться! Вода холодная. Не поморозились бы. Баньки-то лучше. Вдруг рак хватит. Пошли с нами, а? Спинку потрёт. Не помойте, дальше начинаете. Да погодите. Да ну вас всех. Ну ты даёшь. Русалка, у тебя кожа прозрачная. Хоть скульптуру лепи. Красивая. Такую фигуру в обмундирование паковать. А ну-ка, я вам сейчас парту подбавлю. Ребятишки, не трожьте ничего. Ой, хорошо. В солдатской жизни баня первое удовольствие. Вот станем мы старыми, будем мы внуков нянчить, и вспомним мы про эту баньку. Сперва детей родить надо. Ой, девчонки, что это? Погляди-ка. Хорошее белье моя слабость. Вот, да? Вот оденешь эту слабость, я тебе влеплю наряд вне очереди. Да я уж столько нарядов за это переполучала. И все-таки носила. Да и одевать-то зачем? Ой, девочки, какая же я страшненькая. Ну что, Галка? Ну, Галка, иди сюда. Фулс мокрый. О, какая стройненькая. Ну, мы все такую красотку сделаем. А что, давайте бал устроим. Давай, давайте. С какой такой радости?
А не с радости, так назло. Вот деревня наша, вот Легонтово озеро. Мурманская железная дорога, Беломорский канал. А вокруг стрелки да кружочки. Зачем, а? Все дороги обозначены. И все-то им известно. Все да не все. Вокруг озера путь знают. И болото обозначено, и обозначено, что непроходимое оно. Девчонки-то у Полин патефон выпросили. Не иначе гулять будут. Ты гляди, как бы не напились после баньки-то. Я им загуляю. Ой, Женька, ты колдунья. Ай, жалко, кавалеров нет. Ну что ж, была не была. Страстью сгорая, прелесть улыбки, нега во взоре, мне обещают радости рая. Бедному сердцу, так говорил он, бедному сердцу, так говорил. Thank you.
Сегодня уходим. Это вам. Спасибо. Вы любите, я знаю. Немцы Минск взяли. Поют, товарищ третий, и танцуют. Не умею я. Есть. Вот и кавалер идет. Ну, держись. Комендант Васьков, Васьков идет. Батюшки испугался. Смирно! Товарищ начальник гарнизона, веренное мне подразделение отдыхает. Четверо несут караульную службу. Больных нет. Благодарим за баню. Докладывает старший сержант Кирьянова. Пляшите, пляшите. Я тоже погляжу. Ты вернуться-то успеешь? Боюсь, не успею. Сейчас спрошу. Товарищ старшина, а что вы больше всего уважаете? Спать пора, девочки, завтра подъем в 6 часов. Ну, погоди, Рита. Ну, пусть Женя еще споет. Товарищ старшина тоже послушает. Все, девочки, все, концерт окончен. Устав. Правда, девчонки, так спать хочется. Пошли так, пошли. Ваш Полин, ты хоть не уходи. Ну, что, самый дождь, телефон сейчас промок, ты принесем там. Ну, раз такое дело. Ну, спать совсем не хочется, светло. Ну, ладно, девчата, отбой. Всем спать. Hey, wo bleibst du denn? Nun komm doch endlich. Schrei doch nicht so, ich komme schon. Naja, ist ja wahr. Ist doch Wald, ist doch ein Dschungel. Pass auf, hier muss doch irgendwo ein Fußweg sein. Ja, ich glaube auch. Da ist er. Komm raus. Da ist ein Fußweg. Ja, ich hoffe, es leichter werden. Diese verfluchten Mücken hier. So eine Plage. Gib mal her den Koffer. Ich starte mal. Schlepp du jetzt mal. Psst. Was war denn das? Hast du das gehört? War doch was. Ach nee, bloß ein Vogel. Komm, geh mal. Товарищ комендант! Товарищ комендант! Товарищ комендант! Чего тебе? Немцы в лесу. Откуда известно? Сама видела. Десантники.
Двое с автоматами. Боевая тревога. Кирьянову ко мне. Бегом! Есть. Боевая тревога! Кирьянова к коменданту. Двух. Младшим сержантом Осяниной. Я тревогу объявил, товарищ третий. Думаю, лес прочесать. Разрешите поиск организовать? Ведь двое их немцев-то, двое всего. Я их и сам возьму в случае чего. Пока след не остыл. Есть, товарищ майор! А что это ты в лесу в 4 утра делала? Просто по ночным делам. Ночным? Я же вам для этих целей самолично нужник поставил. А вы не вмещаетесь? Знаете, товарищ старшина, есть вопросы, на которые женщина отвечать не обязана. Нету. Нету здесь женщин. Есть бойцы, есть командиры. Война идет. И покуда она не кончится, все в среднем роде ходить будем. То-то у вас постелька до сих пор распахнута, товарищ старшина среднего рода. Сырно! Вольно. Давайте, Осяйна, командуйте, кто пойдет. Женя! Галка! Погодите, Осянина! Немцев идем ловить, не рыбу. И у них, между прочим, автоматы имеются. Так, чтоб хоть стрелять умели. Умеют. Можно я пойду? Я не возражаю. Да, вот еще что. Может, кто немецкий знает? Вы что, устава не читали? Докладывать надо. Боец Гурвич. А где пилотки ваши? Как по-немецки? Руки вверх. Hände hoch. Точно. Ну ладно, давай, Гурвич. Идем на двое суток. Ты одна, Мария? Одна. В случае обнаружения противника или чего-нибудь непонятного, кто там по-звериному или по-птичьему кричать может? Я серьезно спрашиваю. В лесу голосом сигнал не подашь. У немца тоже ухи есть. Я умею. По-слиному. И-а, 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 и-а. Ослы здесь не водятся. Ну ладно. Давайте крякать учиться, как утки. Так селезенютицу подзывает. Два кряка. Внимание, вижу противника. Три кряка, все ко мне. Все понятно, товарищи бойцы? Угу. Становись! Живее, живей! Бричкина! Смирно! Моим заместителем на все время операции назначаю младшего сержанта Осянину. Есть! Про уток не забудьте. Нали! У! Шагом! Арш! Дядь с маманей, живу у тебя или сиротствуешь? Сиротствую? Пожалуй, знаете ли, сиротствую. Сама, что ли, не уверена? А кто теперь в чем-нибудь уверен, товарищ старшина? Резон. В Минске мои родители. Я в Москве училась, готовилась к сессии, а тут... Известие имеешь? Ну что вы? Родители еврейской нации? Естественно. Естественно. Были по Москве, не спрашивал бы. Может, уйти успели? Эх, ядрит ты. Вы ругаться хотели?
Вы ругаетесь, я привыкла уже к этому. Ушиблась? Нет. А ну, боец Гурвич, крякни 3 раза. Зачем это? Для проверки боевой готовности. Ну, забыла, как учил? Что случилось? Коли что б случилось, так уж вас бы на том свете архангелы встречали. Растопалось, понимаешь, как телушка, и хвост трубой. Устали? Еще чего. Ну и хорошо. В пути ничего не приметили? Вроде ничего. На повороте ветка была сломана. Верно. Молодец. А вы? Ничего не заметили, все в порядке. С кустов роса сбита. О, глаз. Молодец, боец Бричкина. А еще было 2 следа от ботинок фрицев, десантников. По носкам судить держат они в круг болота. И хорошо нынче побегают, верстак на 40. И пусть себе. А мы его возьмем напрямки. Как это? Да не тут. Тропу я знаю. А сейчас 10 минут покурить, оправиться. Не реготать! Разойдись! Далеко не разбегаться! Глубоко там. Местами по... В общем, по это самое. Вам по пояс будет. Оружие берегите. За мной! Чтоб ни шагу в сторону! Милькова, не стоять! Иду! Четвертак, не подходи! Осянина, сама выбирайся! Иди, Галка. Товарищ старшина! Чего тебе? Не стоять, не стоять, засосет! Сапог с ноги снялся! Нашла! Нет! Куда стоять? Я помочь! Стоять! Нет, назад пути! Бричкина, слегу ей протяни! Выбирайся, выбирайся, Камелькова! За мной, вперед! А как же сапог-то? Да разве найдешь его теперь? Давай, давай, Камелькова, еще чуток! Крепче держись, Женя! Спокойно, спокойно. До острова рукой подать. Идти надо. Вперед! Галка, за мной! След в след! Уморились. Да ладно. А пиявки тут есть? Никого тут нет. Погибельное место, мертвое. Ой. Не бойтесь. Газ в болот не выходит. Старики бают, в таких местах лешак живет. Кто-кто?
Леший, значит. Сказки, понятное дело. Опять даль. Не торопитесь только. Спокойно, спокойно. Здесь передохнем. Ой, хорошо. Умаялись? Умаялись. Отдыхайте покуда. Растяв ты, Галка. Надо было пальцы-то загибать. Я загибала. Загибала. Ничего. Мы ей чуню сообразим. Понятно. Только уж за болотом потерпишь? Терплю. Ох, после баньки-то хорошо, а? Я мокрая. До самых... В общем, вам по пояс будет. Зря бережка-то не одела. Жень. Поднимайся. Разбирай слеги и за мной тем же порядком. Сушиться, греться. Там будем, на том бережку. Ну как, товарищи красноармейцы, порядок? Порядок, товарищ старшина. Не замерзли? Mm-mm. Все равно погреть-то некому. Сейчас от тебя пар пойдет. С чего это? Обувайся. Ой, во, вот чего никакая. Ладно ли? Очень даже, прямо лучше, чем в сапоге. Ну, в путь, товарищи бойцы. Нам еще часа полтора ноги глушить. За мной, бегом, марш! Ну как, Камелькова, согрелась? Пару не видно пока. Вот здесь Синюхина гряда начинается. С другой стороны эту гряду второе озеро поджимает. Легонтово называется. Монах тут жил по прозвищу Легонт. Безмолвие искал. Безмолвия здесь хватает. Немцам один путь меж этими озерами через гряду. И вечный бой. Покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль летит, летит степная кобылица и мнет ковыль. Товарищи бойцы, противник силою до двух фрицев движется в район Вопь-озера с целью тайно проникнуть на Кировскую железную дорогу и Беломоро-Балтийский канал имени товарища Сталина. Я решил встретить врага на основной позиции и предложить ему сдаться. В случае сопротивления одного убить, а второго все ж таки взять живым. Все ясненько. А ясненько так на позициях лежать как мыши. Первым я с ними говорить буду. По-немецки? По-русски. А вы переведете, коли не поймут. Ясно говорю? Ежели вы и в бою так высовываться будете, то санбата поблизости нет, и мамань тоже. С немцем хорошо издаля воевать. Пока вы свои... Карабинчики передернете, он из вас сито сделает. Поэтому категорически лежать приказываю. Лежать, пока лично огонь не скомандую. А то не посмотрю, что женский род. И не спать, вести наблюдение. Все. Немцы? Где? Вот и леший. Казалось. Вы подремлите, Федот Евграфович. Ну что ты, Осянина, ты так сморила меня. Будет мне вечный сон, ежели фрицев проворонили. Стрельнут кого из начальства или взорвут что-нибудь важное.
Пойди тогда, доказывай трибуналу, почему я вместо того, чтобы лес прочесать, да фрицев прищучить, черти куда попал. Людей пожалел. Побоялся вас в открытый бой кинуть. Это не оправдание. Нет, не оправдание, ежели боевой приказ не выполнен. А может, они спят сейчас, Федотов Евграфович? Спят. Ну да, люди же они. Вы сами говорили, гряда – это единственный удобный проход к железной дороге. А до нее им… Полста верст, вот. Это точно. Да по незнакомой местности, до каждого куста пугаясь. А? Маргарита, как по бачке-то? Зовите просто Рита. Можно? Дорогому защитнику Родины. Подарок. Закуривай, товарищ Рита. Я не курю. А вот насчет того, что они тоже люди, это я как-то не додумал. Правильно подсказала. Крашеные поди. Ой, свои. Ха, русалка. Уж и причесаться нельзя. Оправляйся, оправляйся. Товарищ старшина, разрешите обратиться? Обращайся. Товарищ старшина, а у вас есть жена? Женатый я, боец Камелькова. А где ваша жена? Известно где, дома. А дети есть? Дети? Был мальчонка. Как это был? Да так, не уберегла маманя. Как же так? Бросил у нас женат. Рит, расскажи ты ему все. Расскажу, когда вернемся. Сразу видно, бывалый ты человек, боец Бричкина. Толково устроилась. И крякаешь хорошо. Ничего не заметила. Тихо пока. Ты все примечай, Елизавета. Кусты, где не шелохнутся ли. Птицы не шевуршатся ли. Человек-то лесной, все понимаешь. Угу. Хорошо-то как. Будто и войны нету. Лиза, Лиза, Лизавета, что ж не шлешь ты мне привет? Что ж ты, дроли, не поешь? Аль твой дроля не пригож. Прибаутка была в наших краях такая. А вы здешний, товарищ старшина? Служил здесь долго. А у нас поют. После споем с тобой, Лизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Честное слово? Ну, сказал ведь. Ну, глядите, товарищ старшина, обещались. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы, дети страшных лет России, забыть не в силах ничего. Испепеляющие годы, безумье ль вас, надежда ль весть, одни войны, одни свободы. Кровавый отцвет в лицах есть. Кровавый отцвет в лицах есть. Кому читаешь-то? Кому, спрашиваю, читаешь-то? Никому, себе. А чё же в голос? Так ведь стихи. А, глаза портишь. Светло, товарищ старшина. Да это я так вообще. Ты на камнях не сиди.
У него стынут скоро, начнут из тебя тепло тянуть. Шинельку подстилай. Хорошо, товарищ старшина. Спасибо. А в голос все-таки не читай. Вечеру воздух сырой, тут плотный. А зори здесь тихие. И потом услышь наш на 5 верст. Ты чего скукожилась? Чего холодно? Да не рвись ты. Жар у тебя, товарищ боец. Вот оно, болотце-то. Вот он, сапог. Так примешь? Или разбавить? Че это? Микстура. Микстура, спирт! Спирт! Я не буду. Пей. Не буду я? Пей без разговору. Приказываю, пей. Пей! Ой, мамочка! Не дыши. Мама у тех будет, кто войну переживет. Ой, голова побежала. Ничего. Завтра догонишь. Как же в бешенели-то? Не боись, я здоровый. Выздоровей только к завтраму. Очень тебя прошу. Выздоровей. Я постараюсь. Мама у тех будут, кто войну переживет. Что, немцы? Лежи, лежи. Всем спать приказано. Ну что, Галка? А Рита где? А Рита с Васьковым осталась. Сороки. Сороки беловоги шебуршатся. Значит, идет кто-то, тревожит их. Кройся, Яна, подымай бойцов. Есть. Мигом, курвичку мне. Ну, чтоб скрытно. Ни-ни. Вертак это. Спит. Будить не стали. Правильно решили. Будешь рядом для связи. Не высовывайся только. Не высунусь. Шесть, семь, восемь, девять, 10, 11.
Кукушка, кукушка, сколько мне жить? Раз, два, три, одиннадцать, двенадцать, тринадцать. Кто это? Странные фигуры. Двое вышли из леса. Прям привидения какие-то. Бойцов на запасную позицию отводила. Скрытно, чтоб скрытно. Води, Бричкину ко мне пришлешь. Угу. Ползком, товарищ переводчик. Теперь покуда что ползком жить будем. Товарищ старшина. Веселей дыши, Бричкина. Угу. Дорогу назад хорошо помнишь? Да. Самое главное – болото. Знаю я. Ну, погоди, Лизавета, не гоношись. Бродок узкий, влево-вправо ни-ни. Пройду. На островке отдышись малость. Доложь Кирьяновой, скажешь, что обстановка изменилась. Своими силами не управимся. Все, оставь, налегке иди. Слегку перед болотом не забудь. Ту, Елизавета Батьковна. Патрону оставлю. Вперед! Хорошо, что перебрались. Плохо дело, девчата. Плохо. Стало быть, 16 их. И будут они здесь часа через 3. Так надо судить. Бричкину я в расположение послал. На помощь только к вечеру можешь надеяться, не раньше. Ежели в бой вяжемся, то не выдержать нам. Ни на какой позиции не выдержать. Потому как у них 16 автоматов. Что, смотреть, как они мимо пройдут? Нельзя их тут через гряду пропустить. Надо с пути сбить. В обход, вокруг легонд в озеро направить. А как? Weiter. Vorwärts.
Нет, не для боя немцы сюда забрались. Осторожно идут глухоманью, чтоб противник не обнаружил. Чтоб тихо, незаметно просочиться к своей цели. А может, нужно, чтобы они нас увидели? А мы их вроде и не заметили. Тогда, возможно, отойдут и вокруг Легонта озера затопают. А вокруг-то сутки ходьбы. Ну, а кого я им покажу? Себя да вас четверых. Ну, вышлют они разведку, обнаружат, что нас пятеро. Окружат и без единого выстрела в пять ножей снимут всех пятерых. Давай, товарищ старшина, а если они лесорубов встретят? Каких лесорубов? Где? Леса пустые стоят, война ведь. Так сейчас бабы лес валят. Верно, девчата. Тонко придумали. Мы им устроим представление. И местечко я знаю подходящее. Чея, время его пресс. Девчата наши идут. Погоди, перенесу. Готовь, не надо. Из тебя еще хворь не вышла. Идут, товарищ старшина. Ой, водичка холодная. Подол подыми. Не идут, ставил команду, товарищ старшина. Военные слова на время забудем. У них ходи тоже переводчики имеются. Прям как с маленькой Ли. Микстура захотелась. Там по сырому не больно бегай. Давайте, девочки, живенько. Нам еще одно мероприятие надо провести. Живо, живо, живо. Слезу их нам платком. Выловку думали. Жаль, что порвали. Ничего, мы ей новый подарим. Вот, бельишко пригодилось. Ей бы только покрасоваться. Бесстыжая. Прикройся пока, со мной будешь. Ну все, девчата, начинать пора. Костры палить подымнее, сучи палками рубить пошумнее. Не высовывайтесь только. Мелькайте там, показывайтесь, вот это верно. Но не очень. За мной. Просковья! Чего? Топор бери! Да дела уж! Помогай! Помогаю! Раз! Еще раз! Давай подмогну! Чего-то не зажигается, сырой, наверное. А у меня хорошо горит! Еще! Взяли! Не поддается! Их все! Еще! Ой, еще! Берегись! Пошло! Sehen Sie mal, was ist denn das da? Ich denke, Waldarbeiter, Oberleutnant. Ob die wohl Verbindung haben? Möglich. Dann werden wir beobachten. Девчата! Остерегайтесь только. Очень вас прошу. За деревьями мелькайте, не за кустами. Это дерево сами повальте. Оно еле держится. Камелькова, за мной. Держи, Галка. Анюта, отдай топор! Ты там твой, поищи, этот топор мой, мне нужен еще. Девчата, сучи, подожди!
Может, ушли. Леша их ведает. Может, ушли. Они тоже птицы стрелянные. Такое дело не пошлют кого ни попадя. Разведка. Решились все-таки. Сейчас переправятся и все к черту. Ежели разберутся и поймут, что обнаружены, пересчитают нас по пальцам. И крышка тогда. Так. Этих двух я прищучу. А пока они... По мне из всех автоматов шарахнут. Вы, девчата, возможное дело уйти, успеете укрыться. Иди, Камелькова. Беги к девчатам. Прикрою я вас. Рая! Вера! Идите купаться! Стой! Назад! Назад! Вот я вам покупаюсь! Купаться после работы будете! На мою позицию идите, в случае чего прикроете меня. Живо сучи рубить! Эй, Ванюша! Где же ты? Жень, куда ты, наверное? Эх, раз! Эй, где ты там прохлаждаешься? Не хотите, как хотите! Я вылезаю! Ну что, сейчас, пойдем купаться! Иду, иду! Из района звонили. Сейчас машины придут. Так что одевайся, хватит полоскаться. Да ты что? Уходи отсюда, Камелькова, уходи. Купаться-то боишься, Ванюша? Ваня! Я больше не могу. Сейчас пойду и буду стрелять. Нельзя, Соня, нельзя. Иван Иванович, в подводы пришли! Служба, скорее! Хватит с огнем играться! Хватит! Одевайся. Согрейте ее. Успокойся. Успокойся. Уходит унижение. Уходит.
мнение, все ж таки искупала ты меня. Она не нарочно. Чего-чего? Не нарочно. Ой, юбку прожгла. Девчонки, смотрите. Ничего, мы тебе новую выдадим. Ну, теперь все. Теперь мы их надежно вокруг озера наладили. Теперь им деваться некуда. Ежели, конечно, Бричкина вовремя прибежит. Прибежит. Она быстрая. Ну что, девчат, выпьем, что ли, по маленькой за это дело? Выпьем за ее быстрые ножки, за ваши светлые головы. Самое страшное позади. Как вернемся, всех вас на медали представлю. А Женьку к ордену? Правильно. Не возражаю. А пока благодарю вас за службу. Служим Советскому Союзу. Подвела немца культура. Кофею захотелось. Почему так думаете? Дымком тянет. Значит, завтракать уселись. Только в селе 16. Придется их подсчитать, Маргарит. Если стрельба начнется, собирай девчат и уходите на восток аж до канала. Там насчет немцев доложишь, но мыслю я. Лизавета Бричкина уж до наших доберется. Вот. Приказ ясен? Нет, а вы? Ты это Осянина брось. Не по грибы и по ягоды ходим. Что должна отвечать? Ясен должна отвечать. После споем с тобой, Елизавета. Вот выполним боевой приказ. И споем. Thank you.
Жень. Женя, тебе страшно было? Да нет. Потом только. Если бы одна была, а тут вы рядом. Недаром говорится, на миру и смерть красна. Не ушли они, лагерем стали. Расположение менять будем. Слава тебе, Господи, что нет у немцев настоящего охотника-промысловика. А что? Да я вас давно чую. Кисет-то мой принесла? Ой, забыла. Миленький Федот Евграфович, забыла. Да ладно уж, махорка имеется. Спасибо, Сидор, мы не забыли. Кисет памятный. Жалко. Соня, куда ты? Я знаю, где он лежит. Стой! Сядь! Назад! Сядь! Сапоги надо будет заменить ей. Топают, потому как номер на два больше. Нам сейчас главное себя не обнаружить. Так что Сидора как следует уложить, чтобы не брякали. По всему, Лиза Бричкина до наших уже добралась. Как только мы подмогу на след наладим, я вас всех за скалы отведу. Это почему? Подальше, чтобы мат не слыхали. Без рукопашной тут не обойдется. Ничего. Мы потерпим. Не встревай. Сейчас замаскируемся и будем вести наблюдение на все стороны. И чихать. И не кашлять. Потому чих далеко разносится. Кажись, Гурвич крикнула. Нет, показалось. Камелькова за мной. Остальным ждать. Есть. Вот почему крикнуть успела. Удар у него на мужика был поставлен. Не дошел до сердца с первого раза. Погубил я тебя. Полежи тут покуда, Сонечка. Некогда трясти, Скобрякова! Yeah.
Камелькова, благодарность тебе объявляю. Идите. Ой, Господи, что же это? Приступили они законы человеческие. И тем самым сами вне всяких законов оказались. Может, ополоснешься? Я понимаю. Тут привыкнуть надо. Душой зачерстветь. Здоровенные мужики и те. Покуда совесть на новый лад не перекроишь. Наших сама найдешь. Ну, ступай к Соне, приходите. Туда, значит. Прощайтесь. Без истерик тут. Круглая отличница была. И в школе, и в университете. Да. Стихи читала. А главное, детишек могла бы нарожать. А у них бы внуков и правнуков. И не оборвалась бы ниточка. А у них по этой ниточке ножом. Обувайся. Зачем вы это сделали? Затем, что боец босой. Вот зачем. Не в цацки играем. Приказываю одеть сапоги. Нельзя. Как вы можете? Я родителям напишу, я... Хватит врать, хватит. Нет у тебя родителей и не было. Подкидыш ты, и нечего тут выдумывать. Ну зачем ты так? Зачем? Нам сейчас без злобы надо. А то остервенеем все, как немцы остервенеем. На, держи. Длинно не стреляй, вверх задирай. Я знаю. Коротко жаль. Значит так, лишние вещи здесь прячем. Все оружие взять с собой.
задело вас? Нет, камушками посекло. Спасибо тебе, младший сержант, за секундочку, что мне дала. За ту секундочку до гробовой доски положено водкой поить. Чудом спаслись, как в сказке. Я везучая. Везучая. Счастье, что первым их увидел. Тут побудьте. Мы с ней как с человеком, а она комсомолка. Тут каждый боец на счету. Товарищ старшина, вы коммунист? Ясное дело. Просим быть председателем на комсомольском собрании. И какая же повестка дня предполагается? О недостойном поведении в бою членов ЛКСМ. О трусости. Мероприятие, значит, проведем. Осудим товарища Четвертак. Протокол напишем. А фрицы нам на этот протокол свою резолюцию наложат. Годится? Не годится. Поэтому, как старшина и как коммунист, отменяю на данное время все собрания. А что до трусости, так ее не было. Трусость девчата только во втором бою видно. А это растерянность, просто это неопытность. Верно, боец Четвертак? Слезы и сопли утереть приказываю. Осянина, выдвинись вперед, следи за лесом. Остальным бойцам принимать пищу и отдыхать. По мере возможности. Поешь, Четвертачок. На, ешь. Спасибо. Почему они от боя уклонились? Как думаешь? Не знаешь. Вот и я не знаю. А врага понимать надо. Война ведь это не просто кто кого перестреляет. Война – это кто кого передумает. Фух. Передохнуть бы вам, Федот Евграфович. Нельзя, Маргарита. В поиск надо идти. Сил нет, а надо. С кем пойдете? Хороший ты боец, Осянина. А устава не знаешь. А устав? В уставе что сказано? Командир ведь это не только военачальник. Он еще и воспитателем быть обязан. Не надо. Лучше с Женькой. Конечно, лучше. Не можем мы допустить, чтобы человек сам себя уважать перестал. За нами следуйте на большой дистанции. Налегке, только с оружием. Ежели выстрелы услышите, или два кряка, затаитесь и ждите, пока мы подойдем. Угу. Ну, а коль не подойдем, отходите. Скрытно отходите через наши прежние позиции на восток, до первых людей. Тебе сколько лет? Правде? 17. Наврала, что ли, в военкомате-то? Наврала, что родители немца убили. Вот это да. Но ведь были же у меня родители. Фамилию в детдоме дали. Ага. Завхоз придумал. А что, хорошая фамилия? Вам нравится. Мал золотник да дорог.
Stecken die bloß. Mama! Бежим, Рита. Бежим, ведь вдвоем они. Нельзя, Женя, приказ есть приказ. Окружай их, ребята! Со мной, вперед! Ну, как хочешь. Тогда я одна пойду. Боец Камелькова! Это тебе не казаки-разбойники, это война. За родину, за Сталина, вперед! Слышишь? Уводит он их от нас и галки уводит. Он к завтраму возвернуться обещал. Может, еще чайку попьем? Шестером они справятся. Ночи какие светлые. Светлые да холодные. Север. Не застудились бы девчонки-то. Как же это стало с тобой, Лизавета? Торопилась я.
geht's weiter, Herr Oberleutnant? Ich denke, wir werden bis zum Fluss vorstoßen. Und von dort kennen wir ein wenig. Lass uns antreten. Antreten? Alles in Ordnung. Zwei Speer voraus? Jawohl, zwei Speer voraus. Den Verwundeten und die Kisten ins Haus. Stillgestanden. Links um. Im Laufschrittmarsch. Los, Jungs. Und wir kommen abends zurück. Что вы, девчонки, что вы? Съели хоть кусочек, спали хоть в полглазика. Не хотелось, товарищ старшина. Да какой вам теперь товарищ старшина, сестра? Я вам вроде как брат родной. Так зовите Федот. Или просто Федя, как мама не звала. Имечко-то у меня не круглое. Ну, душ, какое есть.
Галю мы похоронили. Пали смертью храбрых наши товарищи. Галя Четвертак в перестрелке, а Лиза Бричкина в болоте утопла. Выходит, с Соней вместе троих мы уже потеряли. Это так. Но ведь зато сутки противника здесь кружим. Сутки. Так что помянем сестренок наших. Добром помянем. Почему приказ не выполнили? Какой приказ? Так мы отошли? Отошли. За имущество спасибо. А теперь слушай новый приказ. Заправляйтесь, укладывайтесь и шагом марш отсюда. А ты, Федот? Теперь мой черед сутки выигрывать. Троих, которых не вернешь, мне до конца дней моих хватит. Что потерял, Федя? Остался я без артиллерии. Запал сгинул. А граната без запала — кусок железа. Булыжник и тот больше стоит. Ничего, Федот, отобьемся. А ну, чтоб духу вашего здесь не было! 3 минуты даю! Никуда мы отсюда не уйдем. Да я вас за неисполнение под трибунал! Мы тоже волнуемся, товарищ Третий, очень волнуемся. Более 2 суток. Ни слуху, ни духу. Никого не прислал. Не прислал, говорю, никого. Маршрут примерно знаю. Есть немедленно прибыть, товарищ Третий. Товарищи бойцы, противник, вооруженный до зубов, движется в нашем направлении. Соседей нет у нас ни справа, ни слева. И помощи нам ждать неоткуда. Поэтому приказываю всем бойцам и себе лично держать фронт. Держать. Даже когда сил не будет, все равно держать. На этой стороне немцам земли нету. Потому что за спиной у нас Россия. Родина, значит, проще говоря. Люба, братцы, жить за нашей старшиною не приходится. Так, жить. Стрелять будете только тогда, когда фрицы в воду полезут. А до этого и дышать приказываю через раз. Чтоб птицы не замолкали, поняла? Поняла. На, держи. Только через речку из карабина стреляй. Автомат прибереги. Как только форсировать начнут, он очень даже пригодится. Очень. Поняла ли? Поняла, Федя. Обожди. Туда поглядывай. Смотри, чтобы в нее вошли. Ясно. Давай.
Страшно. Скорее, Рита. Сюда. Чем? Граната. Пить. Сейчас. Нельзя. Тряпки давай. Белье. Живей. Ты не шел глиняное, давай. Нету. Спасибо, Жень. Немцы. Где немцы? Иди. Иди. Прикроешь нас? Угу. Ничего. Ничего, Рит. Осколки поверху прошли. Заживет. Иди, туда иди, Женька там. Куда ты носишь? Уводит она их, за собой уводит. Брось меня, брось. Интересно.
Идите, идите. А, боитесь? Гады! На, ты же свайп. Сразу умерла. Сразу. Затаиться могла. Не захотела. А немцы где? Ушли они. За взрывчаткой видно. Не победили они нас, понимаешь, не победили. Болит. Здесь вот у меня болит. Положил ведь я вас. Всех пятерых положил. А за что? За десяток фрицев. Зачем так? Все же понятно. Война. Пока война, понятно. А потом, когда мир будет, будет понятно. Что ответить, когда спросят, что же это вы, мужики, мам наших от пуль сберечь не могли? Не надо. Мы Родину защищали. Ее. Не мучь себя. Полежи тут покуда. Я вокруг погляжу. Два патрона, правда, осталось. Но все-таки спокойней с ним. Погоди. Сюда иди. Помнишь, я на немцев у разъезда наткнулась. Я тогда к маме в город бегала. Сынок у меня там, Игорь, 3 года. Мама очень больна. Не тревожься, Рита. Понял я все. Спасибо тебе. Я сейчас разведку произведу и вернусь. К ночи до своих доберемся. Поцелуй меня. Колючий. Иди. Завали меня ветками и иди. И обязательно дойди. Вместе дойдем.
Что ж ты наделала, девонька? Что ж ты наделала? Взяли. Взяли, да? Пять девчат. Пять девочек было всего, всего пятеро, и не прошли вы! Все сдохнете. Лично каждого убью. Лично. А там пусть судят меня. Пусть судят. Течение 3 июня на фронте ничего существенного не произошло. На некоторых участках фронта происходили бои местного значения.
снова идет ночь над горами сонными. В дымке костра светят глаза ребят. Ветер затих вместе с последней песнею. Видно, ушел где-то искать тебя. Вот бы им всем вдруг забрести нечаянно в эти края, где ледники шумят. В разных краях много друзей встречаю я, но почему нет среди них тебя? Буду искать, буду в пути надеяться, пусть сотни лет вслед за тобой пройду. Буду искать, мне ведь немного верится, что я тебя в дальних краях найду. Нравится? Очень. Между прочим, эти привидения все еще здесь. Ну. Ага. Все, батя. Ну вот и ладно, Игорь.